Теперь давайте медленно-медленно ручки вверх поднимем. Детский садик «Волшебная страна» открыли не так давно. Ему всего 3 года. Молодой коллектив полон идей. Каждое лето здесь стараются придумать что-то новое. В этот раз изюминкой стало открытие сенсорной комнаты. В ней дети могут поиграть в компании плюшевых игрушек. Рядом находятся кабинеты психологов. Специалисты следят за эмоциональным состоянием детей и за тем, чтобы им было комфортно и интересно. В эту комнату приходят дети для того, чтобы снять эмоциональное напряжение. У кого-то уровень тревожности повышен. Эта комната способствует расслаблению, снятию эмоционального напряжения. Дети здесь могут не просто посидеть и пообщаться с педагогом, с педагогом-психологом. Часто эту комнату используют, когда дети испытывают какой-то дискомфорт. Приходят сюда с психологом, они здесь могут и полежать, и расслабиться. Дети здесь и расслабляются, и проводят специальные коррекционные занятия специалистами детского сада. Важен не только досуг ребят, но и их развитие. В этом году из садика выпустили 150 детей. В сентябре они уже пойдут в первый класс. С подготовительными группами работают педагоги и специалисты, готовя их к школе. Наши дошкольники, уходя в школу, подготовительные к школе группе выпускаясь, они обладают теми компетенциями, которыми должны обладать при поступлении в первый класс. Мы в детском саду не учим их читать, но они обладают знаниями, сложением слогов, знанием звуков, из чего состоит слово, сколько слогов. Словарный запас их расширяется до объема нормы, которая необходима в школе. Словарный запас иногда расширяется до такой степени, что дети могут рассказывать, сочинять сказки. Для этого способствуют специальные занятия и развитие речи, и театрализованная деятельность в детском саду. Особое внимание уделяют развитию творческих способностей. Оборудование закупили и в музыкальный зал. Обучающие программы демонстрируют при помощи нового проектора. Во всех кабинетах и коридорах сделали косметический ремонт. Теперь на стенах красуются персонажи из известных детских сказок. Мы считаем, что данное оборудование, которое приобретено в этом году, значит, в сенсорную комнату, в физкультурный зал, в игровые групповые помещения, они будут очень интересны для детей, познавательны. Мы очень ждем наших новых воспитанников, их родителей, ну и всех остальных ребятишек, которые уже посещают нашу волшебную страну. По словам Ирины Григорьевны, садик полностью готов к набору новых групп. Все ремонтные работы уже завершены, кабинеты оформлены, а во дворе детей ждут игровые площадки и увлекательные занятия с воспитателями.